Мы продолжаем наш нейробиологический цикл. Нужно понимание, что такое мозговая активность. Было подтверждение, что эта технология позволяет лучше, чем стандартная там электроэнцефалография, вот мониторинг суточный, который лучше локализовать эти патогенные зоны. На самом деле очень похоже на фен в парикмахерской, только большой, чуть побольше. Такой, старик, да. Почему же магнитное поле, почему магнитная энцефалография, а не электроэнцефалография? Мне показалось, это очень естественным и натуральным. Известный факт, что мы воспринимаем слова на очень быстро. То есть понятно, что здесь играет большую роль контекст и все, но тем не менее какая-то обработка происходит. И вот они, активность, если перемещается, и дендриты, ну, и ориентация меняется, то вот эта линия средняя, она фактически поворачивается. Вот, пожалуйста, то есть один сенсор, никакого геля, ничего, все бесконтактно. И, собственно, это и дало возможность поддерживать довольно дорогое оборудование.